Так, все, здесь все лишнее закрываю, ребят. Сейчас через полторы минуты вы меня увидите. Буквально. ГГ. Буду ли я стримить DSL? А почему я должен стримить именно DSL, если там еще Корсар Кап, например, будет? Вот. Я что-то думаю, что может быть я что-то, конечно, после данного турнира и постримлю, но я еще решу сейчас, буду ли я в принципе стримить и буду, что именно я там буду стримить, посмотрим. Но разберемся с этим моментом, в общем. Забыл что-то я рекламу врубить. Уже какой раз. Сейчас Twitch последний раз проверю. Все, рекламу порубал. Twitch работает отлично. На Team Liquid что? На Team Liquid добавлен. Короче, смотрим, ребятки. Погнали. Здесь у нас, в общем-то, Аверс через Барагас начинает. Мороз карта у нас на 4. Респа карта. Кросс респы, левый нижний угол Милка. Правый верхний Хейтс. Он же Аверс. Эхо жесткое. Так, все, звук игры был вырублен, звук рубаю, не знаю, откуда там у тебя эхо, ничего не такого быть не должно, по идее. Помните про то, что поддерживать надо меня и мой канал, естественно, подписывайтесь на премиумы. Отключайте отлуки и поддерживайте по реквизиту в описании или через плеер меня и мой канал. Да, видимо, после рекламы у меня просто прирол был. Ну, вот когда стрим заново начался, а потом я еще кнопочку прожал разочек, чтобы отсчет пошел там на рекламе. Теперь не скоро. Пильну приходит Милка, что-то сюда рабочим тыкает, думает, он пройдет. Не, он здесь не пройдет. Как же он тут может пройти? И здесь так, два барака факта, Аверс не в мех играет, судя по всему, Аверс играет биоф какой-то. Вот я надеюсь, что если Аверс пройдет дальше, в дальнейшую стадию, то у него не одни пропсы будут, а зерги, потому что он любит в мех играть. Вот, а я мех люблю. Против зергов особенно. Так, СНГ фан, ты все про сетку. Бедолага Тивай своих тиммейтов процессов выносит на раз-два вообще в легкую. Но основная проблема у Тивая пройти, конечно же, Бьяна. Мне видится здесь. С
сетки. Ну, в любом случае, заруба будет жарко. 4-5 ноября, приходите смотреть. Так, здесь два адептика у Милки ходят. Не телепортируются. У Айрса Мариков 8 штук, уже не даже 9. Адепты разворачиваются домой, уходят. Здесь стандартный выход в блинк идет. Пробивает камни Милка, собирает встречницу, ставит. Что-то я немножечко замолчал, ну и игра затихла в какой-то момент. Но здесь вот летит, что здесь, в общем-то, тишина скоро будет прервана автоматными очередями мариков, вот этих вот 16 штук, которые летят на мейн. Ну вообще, конечно, билды с зергом чаще играются, но с процессом имеет место быть тоже. И Айвер, смотрите, скрытно дропается так, что Милка не видит. Для Милки это может быть на самом деле катастрофой. Почему? Потому что 16 мариков, поверьте мне, они моментально все разваливают. Реакция у Милки неплохая, но сейчас Аверс пилон просто вырубит и все. Пилончик вырубается. Посмотрите, какой Артосис адовый пайлон. Просто на 6 зданий. Жесть-то какая, надо Аверсу загружаться, улетать, что он и делает. Милка подблинкивает с кэшсталкерами, но они не могут сфокусить нормально медивак, и он улетает. В итоге катастрофа просто для проца. Я бы не сказал бы, что прямо хорошо добил Милка медивак один. Я бы не сказал, что прямо он гигантский дэмэдж экономически получил. То есть он потерял 5 пробок. Вот, это немного. Но у него простаивает просто продакшн юнитов. И грейд не делается глефы. Хотя, блин, уже есть глефы, да, делает. И робо простаивал. Ну, в принципе. То есть пока ресурсы копил, и все более-менее нормально. 1.49, третий Никсус есть. Аверс стягивает все силы сюда, Аверс врубил Бьяна, он сейчас будет пытаться убить. Но Бьян Дира, вы помните, как на этой карте изничтожил, просто грамотнейшим выходом просто убил. Еще один гейт от Милки, не успевает гейты, оба бы есть, но... В продакшене, но еще колосс даже не заказан, здесь уже пуш с танками сейчас пойдет, как вы видите. 197, боевой лимит, кстати, одинаковый, практически одинаковый. Так, видит Милка. У Милки, кстати, немало здесь юнитов. То есть, если Аверс как-то ошибется, может его Милка и развалить. Тем более, вот гейты уже открываются сейчас все. Сейчас пойдет очередной варп, еще бы саплай-блока у Милки не было, было бы замечательно. Но сейчас пилончик достроится и саплай... Так, саплай-блок будет ликвидирован, но моментально практически Аверс убивает этот пилон. И это плохо. Мариков заводит за минеральную линию агрессивно. Здесь в лоб надо уже драться. Милка прекрасно понимает. Аверс там танк уводит. Адепт телепортируется поздновато. Сталкеры уже в это время все терпели. Гвардиан шилды решает замечательно. Но что-то Аверса много. Он контролит танки, там туда-сюда возит. И в итоге, в общем-то, у Аверса все дерется на клике. Только танк он фактически контролил сейчас. Но умудряется развалить Милку. И Милка пишет ГГ. Изи первая для Аверса получается. Жду инвайта во вторую.
Так, захожу в игру. Ребят, вторая игра. Аверс 1-0. Начинается. Милка играет стандарт. А, нет, смотрите, не как в прошлой игре, уже 2 газа. То есть не через один газ опенинг, 2 гейта, видимо, будет. Да, пошел второй гейт. Почему так вот ставится, не вот в линию, не знаю. Ну, как ставят, так и ставят. Вообще, мне нравится вариант, если не у рампа застройка, то как корейцы здесь стат сделают. Здесь пилончик ставите, а гейты параллельно Нексусу вот так вот уставите. В итоге здесь узкий проход. Как бы здесь можно заблочить, так вот прямую стенку сделать. Только это направление открыто будет в итоге. То есть против Рипера с какой-то стороны выгодно. Оп, что тут поставить такой? Ну-ка. Ну все, пошел на стенку. Иди. На окно. Извините, ребят. Захотелось затрепать гуся шерстяного. Крокодила, точнее, шерстяного. Так, Мазеркор. Мазеркор у Милки. 2 адепта. Здесь очень ранняя факта Старпорт. У Аверса. А здесь что? Здесь Старгейт пошел. Ну, что оба начинают агрессивно достаточно. Аверс тут депошечки ставит. Еще не знаю, спалит ли Аверс что-нибудь здесь прокси. Ну, Марик пошел на проверку. Но предпочитает Аверс проверить почему-то направление только к 6 часам. К 3 часам он не делает выходов никаких. Будет ли здесь пилоны около рампы? Тоже вопрос хороший. Минка выходит на лоу-граунд, то есть Минка... Опа! Ну, кстати, Минка сейчас может на адептах попалиться. Ой, Милка видит Минку. Отлично, что спалил. Нужно пробку завести сейчас. Хитро вокруг. Мазеркор тоже. Адептики заходят. Приостановлено. Милка паузу просит, лагает. У него... У нас ничего не лагает, как вы видите. Надо подводить сюда раз пилон или даже вот сюда на лоу-граунд ставить. А здесь танк уже, я не знаю, что пилон надо уже было ставить сейчас, чтобы эффективно было. Игра возобновлена. Пробка стоит, ничего не делает, в общем. Оракул делается. Ну а что Оракул должен сделать здесь, я вот не знаю.
Ну, он может Мариков развалить оракулом этим, в принципе, Милка попытаться. Так, Мазерхор подлетает, отгоняет его на Минку. Фактически каверс надо завести мимо Минки. Ё-моё, что ты творишь? Полетел какой-то там медивак. Сейчас танк будет готов. Оракул ворвется сейчас на мейн. Врывайся, Милка, что ты делаешь? Встал, что-то Милка сейчас и ничего не делает. Надо врываться в минеральную линию Аверса. Так, Милка на халде встал. Ну что ты творишь-то, газ ждет? Ну ёпарас-то, Милка. Вот куда он контроль свой распыл? А, ну он здесь типа отбивался от адепта. Кстати, забыл, судя по всему, Милка сейчас заказать этот, как его, варп, потому что смотрите, как долго нету варпа у него. Оп, пробочка героически запиливает сейчас КСМ-ку одну, Милкину. Оракул копит энергию, тем временем второй заказан. Вылетает первый либератор, самый первый. Адепты будут врываться? Нет, адепты врываться не будут. Сейчас грилку надо ставить, я думаю. Аверс чудом живой вообще пока. Не телепортируется Милка под танк. Правильное дело. Это оракул номер 2 вылетел. Третий в заказчик. Выбивает лабу на факте. Ну, 4 марика. Пожги ты их нахер, этих мариков. Чё ты тянешь-то? Пытается танк Милка выбить. Выбивает в итоге мариков. Танк пытается еще раз убить, танк не выбивает. Адепт телепортнулись, танк демеджен и в мясо весь сейчас просто. Танк Милка не фокусит, почему-то. Циклон вышел номер один. Где там циклон? С адептами борется циклон. Танк вычинивает аверс, нужно улететь Мазеркором. Мазеркором улететь не успевает, Мазеркор падает сейчас. Адепты отдаются, остались одни пилоны. Аверс здесь извернулся, вообще-то отбился. И это катастрофа для... Так, нужно циклона убивать, что ты делаешь, Милка? Ё-моё, как криво он циклона убивал сейчас. 3 хп повезло ему, что выжил. Нужно подкачивать немножечко на муви оракулами в таких ситуациях. В итоге, что мы имеем? Да, по рабам Милка в плюсе, но у армии провал 22-6, во-первых. Во-вторых, здесь технологии такие, которые Милка и законтрить, собственно, не может. Так, видит Старгейт, сейчас будет пилон, еще здесь выбит. Пилонов потеряно, просто катастрофическое количество. Ну-то... Врыв адептами, оракулами было интересно, конечно, но оракулами сразу надо мариков было забрать, и потом уже с адептами танк этот забрать. И не 3 оракула строить, а одну грелку построить нужно было Милке, точно, потому что грелка бы здесь вообще бы рулила бы все. То есть она в какой-то момент на мейне у тирана не было мариков ни одного вообще. То есть прикиньте, оракул есть и грелочка, оракулом жгешь мариков, там если их пару-тройку штук, а грелкой все остальное. Аверс понимает, что у него есть технологическое преимущество здесь и по боевому лимит преимущество. Двигается вперед. Так, Милка пытается тянуть время здесь, правильно абсолютно делает. У Аверса однобазовый пуш, нужно отметить здесь. Так, Милка тут демеджится, его сталкер, конечно, жестко. Гиты добавляются, 5 гитов сейчас будет. Но Милка выбрал сейчас решение, интересно отбиваться, то есть он... добавляет гиты, не блинки какие-то, не твайлайты. Конечно, блинк нужно было бы раньше намного добавлять. Сейчас уже только так, видимо. То есть, масс-гиты, это что может... Чем это может помочь? Это как бы может помочь с имморталами, плюс миска побольше построить, попытаться отбиться. Но, если вот так вот драться, сейчас Милка дерется, то все, это провал. Да и здесь, смотрите, просто аверс блочит наглухо. 3 танка, либератор, Минка выжил, циклон Марик, еще за сыбункер поставить, то все, провал. И вот если бы был блинк, можно было бы с мейна против мейна драться, уйти вниз, пойти в размен, сделать что-нибудь, я не знаю, что-нибудь. Так, здесь есть иммортал. Аверс, правда, видит, это все танк законтролил, нужно отвести немножко назад. Има. Он не уходит от ренжа циклона, на одном хп чудом выживает. Вот здесь циклон викинг полудохлый, Милка не смог зафокусить, пока держится по рабам в плюсе. Этот боевой лимит у тирана, он есть, да, но он хрупкий, как бы в том плане, что здесь все демеджено, и буквально пару юнитов ключевых выбить, можно будет драться, но что-то не получается пока нифига. Минку тут Милка выбивает, криво аверс все вкопал. Танки осаждают это все дело, сейчас вот у Иммортала закдешится его уникальный скилл, вот можно сейчас им хоть подраться будет более-менее.
Так, попытка выбить медивак, ничего не выходит у Милки. Он пытается ступать, в общем-то, мечется просто зад-вперед, он сделать ничего не может абсолютно. Аверс взял в осаду. Это провал, ребята. Все, и Мортал Поля свой вот этот скилл потерял. 39 секунд, 43 там секунды, по-моему, он восстанавливается. Надо ждать. И у него в итоге 100 полей. Больше нету ничего. Джараксус против Скиллоса. Вторая игра. Аверс победитель у нас. Так, Джараксуса вижу. Скиллоса надо сейчас в друзьях посмотреть. Привет, Соули, спасибо тебе, спасибо всем. В общем, молодых сегодня смотрим. Так, храм во льдах. Так, ну что, всех заинвайтил, в общем-то, сейчас начнем мы. С
Хилос там что-то ест. Так, поехали. Оп, что-то просит, тут пауза у нас. Так, сейчас посмотрим в итоге. Так, да, сан храм апофеоз процесс. В итоге у нас остается Фрост Мороз. Что у нас там за карта-то вообще? Гетисберг и король Седжонг. Привет, Фантомер, сейчас тебе сетку скину. У меня там ничего не настроено, ботоводы всякие там и т.д. На СК2 ТВ, Good Game, Твиче, везде, всем привет. На Одноклассниках, на Виде, если кто-то есть. Так, Геттисберг, первая карта. Я-то в курсе, как раз, что это разные карты. Фрозен. Мне поэтому и смутило.
Все, наконец-то разобрались, наконец-то начинаем, поехали. Сиджонг у нас второй картой будет, получается. Станция. Король, Сиджонг. Ну и ПВП на Гетисберге, Джараксус против Скиллоса, поехали. Так, Фейт ГГ, я же тебе говорил уже, что ты по 500 раз спрашиваешь. Сейчас сначала закончится, естественно, Starline, а потом уже мы посмотрим, что и как, потому что там еще Корсар Кап будет идти, вот, где будет интереснее, то и постримлю, соответственно, я. А сейчас задержка 90 секунд, помните об этом. Последний день у нас октября, между прочим, ребят. Так что... Всех я рад видеть. Завтра начнется, получается, конкурс стримеров. Так что приходите смотреть. Ну, в ноябре много будет всяких стримов. 4-5 ноября BlizzCon, самый главный турнир года. Плей-офф, сетка уже есть, можете посмотреть. Все, записи все выложены на YouTube, если что, которые я стримил BlizzCon'а, можете смотреть. Но на сторонних источниках, таких как ВКонтакте, возможно, Good Game, я не знаю, там видео некоторым пишут, а может быть даже и всем, что заблочено, как бы. Вот, поэтому вам нужно перейти по прямой ссылке на YouTube и смотреть, в общем-то, на YouTube прямо. Вот, для справки. Вот, также будет Home Story Cup из крупных турниров в ноябре. Правда, не знаю, получится ли в игру попасть. Вот, поговорю там с немцами еще раз. Может быть, как я понимаю, там Зерк будет стримить. Вот, может, они все-таки разрешат два русских стрима, как бы. Или может, у них там... Ну, на худой конец Клинфит есть. Хотя Клинфит особо и нафиг не нужен, как бы. Вот, если в игру не попасть, да. Пофиг, пусть там на фоне говорят. Но все равно лучше, чем, да, как бы, с разговорами на фоне. Вот. Так, от Скиллоса сейчас вижу стоит. ФМщик, давайте посмотрим. У Джараксуса просто 270, у Скиллоса. Вначале, когда ничего строить не надо, у Скиллос какой-то правильность. Правильный слишком игрок, я смотрю. Строить ничего не надо, и АПМ. И АПМа нет. То есть смотрите, вот у Джараксуса стенка, кажется, выгодно. Адепты сюда не пройдут. Ну а с другой стороны, а если тебе что-то прилетит, как ты с десанта бегать будешь? Как это вообще вот понимать все? Вот. Ну, в этом месяце, если бы, причем не с самого начала начался, вот это, когда меня поддерживали тоже много людей, рейтинг. В принципе, я пока первое место занимаю. Но в ноябре все изменится, стрим-марафон, будет розыгрыши всяких премиумов. Вот, кстати, вроде как Майкер Миша говорил, что сделают так, что премиум лично, если будут подписываться два раза, то будет продлеваться на два месяца. Получается, можно на год, что ли, сразу наподписываться. Вот. Я уточню, так ли это, или все-таки не стали так делать. Вот, и вам сообщу тоже по этому поводу. Ну что, тут покатал Скиллос Джараксуса рабочих. Он просто не добывал ничего некоторое время. Не знаю, зачем он всех отсюда перевел на мейн. Если теперь нужно на второй Нексус переводить, мог бы поровну поделить хотя бы примерно. Может быть, боялся кого-то Хараса. Мазеркор потерял Джараксуса. Вот он сюда прилетал. Вот он у верчаж стоит. Пилон-то как раз его убил. Я этот момент пропустил. Так, зато Джараксус тут адептов шатает не слабо. Одного подрезал, один пытается зайти ему в тыл. Заходит, кстати, Скиллос в тыл, но здесь есть две сентри, в принципе, как так. Видишь, мастер, не помню, в каком черном списке. А, в твоем типа, что ли? Ну, в твоем я не знаю, но... Видишь, его на Home Story Cup в почетном списке. Я абсолютно не против, пусть стримят все, но, блин... Рестримить как-то, конечно, похуже, чем из игры стримить. Это очевидный, да, момент. Прилетает Оракул, начинает жечь не по-детски. Ждет просто
дичь, дичь просто. 6 пробок уничтожено, 7. И вот, вот то, о чем я говорил. Вот Оракул сюда полетел, смотрите, а сталкеры будут бегать вокруг. Просто скиллы разводит на ровном месте. Оппонент своего улетает. Ну, на Сентрю сагрился здесь, позарился на Сентрю, блин. Не смог ее подрезать, мог бы рабу подрезать. И опять катается просто. Рабочие, опять уж что добычи не было. Вот надо помимо инкама параметр, знаете, какой сделать еще бы было бы неплохо. Я так сейчас только что подумал, чтобы был параметр, сколько минералов и газа добыто в этой игре, как бы просто. То есть тогда можно открывать, например, потери. То есть это как можно сделать? Ну вот, есть стоимость армии, да, как бы есть потери. То есть получается, если отнять потери от общих ресурсов добытых, то стоимость армии всех и юнитов твоих получается. Ну, с рабами, да, там. Не просто армия. Так, пожгли оракул здесь. Сентрю 3 пробки сожгли. Улетает скилл 41-66 по лимиту. Очевидно, что что-то тут скиллс разваливает. Вот просто почему этот параметр, я сказал, было поинтересен. Интересен бы. Вот, например, сейчас пробки покатались, то есть не просто рабочих терял, да, как бы Джаракус, он еще и катал пробок, то есть у него в сумме явно добыто намного меньше, чем у оппонента его, который спокойно добывает всю игру. Так, здесь обз был бы уничтожен, еще что-то. Смотрите, потери просто. 17 пробок, капсервер, сентря, мазеркор на 2 адепта. А в ресурсах 2 на 20 и 1300 на 250. Дичь, дичь. Так, здесь гиты добавляют, в общем-то, скиллы. Скиллы решил, что тянуть резину нечего, судя по всему, и надо уродовать идти. Как говорил мой кореш, который в Warcraft играл. Так, тут давар чувствовал, 100 на 70 по лимиту фактически, заходит скиллос. Верча же выставляется, ну что-то подрался, будет ли он дальше лезть сюда или нет. Ну ему нужно, конечно, тут, наверное, адептиков варпануть некоторое количество, попробовать. Так, заходит скиллос еще раз, фокус мазеркора, фокус иммортла номер один, фокус иммортла номер два тоже сейчас имеет место быть оракулами. Подблинкнулся скиллос на пилон. Убить пилон-то какой дэмэдж гигантский наносит. Как он бомбит тут. Очень жестко пилон дэмэджил. Но все-таки преимущество настолько гигантское скиллоса было, что ему достаточно юнитов, чтобы лоб продавить. Он это понял и убил. Станция Король Сиджонг. Вторая карта у нас получается. Создаю. Так, СНГ StarCraft, а чё СНГ StarCraft, что ты думаешь, скорее нету игроков, которые играют так, или нету в других странах, везде они есть, просто в СНГ мало игроков уровня шоутайма, уровня там Ютермала, уровня Снута, уровня, ну, вы поняли, кого сейчас на данный момент.
Ряд добро всегда побеждает. Так, ой-ой-ой, фотоночки подъехали, фотоночки родные вы мои. Тут выходят пробки, Скиллос видит все прекрасно, на лоу-граунде сейчас фотонка будет запилена. Нужно пилон добавлять, значит, на лоу-граунде. Так, здесь все еще катается пробка. Вот ошибка, знаете как, в чем? Если пилить, то надо пилить пробку в том числе. Пилоны пилить абсолютно бессмысленная затея, похоже на 2-0, ребята. Хотя зелок сейчас выйдет. Но на лоу-граунде будет фотон, который сейчас прикроет еще Скиллос и пиль. Ё-моё, как Скиллос разводит здесь жестко. Зелок заходит, а снизу-то его уже развалили. Фотонка развалила. В общем-то, провал обороны всей. Пишем GG, выходим, называется. Такие расклады обычно. Гэгэ пишет. Джараксус, Скиллос 2-0. Джараксус против Милки сейчас будет биться. Милка Джараксус сейчас будет черкать. Жду карт от Милки, от всех там. Что это такое? Какая-то хрень, ё-моё. Так. Ну что, жду, пока создадут. Скиллос с Айверсом будут играть чуть позже, ну а потом Десайдер матч, соответственно. Милка инвайтит. Ну, тут будет ПВП. Посмотрим, будет ли фотоночки у нас, или будет все стандартно. Может, Милка тоже решит.
Так, получается, у нас третья бутрина сегодня. Первые два в 45 минут уложились. Ну, как-то скиллс быстро, конечно, справился. Да и, в принципе, и Аверс недолго играл. Ну, чуть подольше, но была задержка в начале. Так, сетку Близкона мы обсудили до начала Старлайна. Можно еще раз обсудить ее после Старлайна. Но нужно будет решить, стримить ли после Старлайна Корсар Кап или там еще что-то. DSCL, там бомбить пердак, Бейстрейд Рифкину там или еще что-нибудь делать, я не знаю. Так, Джараксуса как странно, гейты поставили, но бывает иногда, думаешь, что в линию ставится, а в итоге вот так вот ставишь. Ну, тут ничего страшного нету, ну, нафиг не надо тоже так ставить. Пошел Нексус, интересный билд чем? То есть это Нексус до заказа юнита какого-либо, сейчас будет заказан варп и мазеркор. Ну, билд интересный, но... Так, Милка отвечает тоже Нексусом. Чуть более поздним. При этом всем, посмотрите, по билду у Джараксуса все круче намного. То есть у Милки нечем сагрессивничать абсолютно сейчас. И у него позже Никс, у него позже все, у него ну, на рабочего на одного больше разве что. И вар бустится. Все. Так. Стик, о чем ты говоришь? Слава Делану! Вступайте в группу ВКонтакте, я говорю. Там все есть, все анонсы, блин. На Twitch вырубаю, на рестримах. Ну вот. Смотреть записи по прямой ссылке надо, в общем. Привыкайте, что Twitch у меня не используется для всех турниров, потому что некоторых, естественно, забанят это, ну. В Старкрафте это не там в каких других дисциплинах, типа Доты, где можно взять картинку и стримить там каждому, да, там из клиента. Пусть и с задержкой. Есть другой немножко расклад. Так, летит Оракул от Милки, адепты ушли куда-то далеко сейчас, Мазеркор, Демарзеркор на мэйне патрулирует, а Оракул тем временем вторую просто залетает. На халяву 4 пробки Милка сейчас забирает. Сентрю на халяву забирает. Нет, вторую не стал рисковать забирать. Зато здесь пил... Так, а что боится-то Милка, я чуть не понимаю. Мог просто с этой стороны жечь. Ну, в итоге 7 пробок уничтожено у Джараксуса, посмотрите. И Сентря. Здесь только отмененное здание какое-то. По потерям провал, экономика провал. Здесь уже тоже Нексус есть, Роба начинает работать. Про то, что тут нагромождение какое-то здание в куче. Что мешает Робу здесь поставить или вот здесь, чтобы оно не мешало вот здесь ходить. И кибернетка странно поставлена. Вот если здесь на пилоне вы все ставите, не ставьте близко. Поставьте кибернетку вот так вот. А потом уже какие-нибудь другие места просто. Пошире, чтобы потом понять, где поудобнее будет. Так.
одного сталкера, Милка Джараксу сейчас забирает. Но он тремя продолжает долбить, кстати, Грапилон. Так, тоже пришел. Чарли, хорош. Резонирующие глефы там и там пошли. Милка Supply Block сейчас заработал на ровном месте. Просто 70 лимита, пилоны вообще не строятся. Таракулы прилетели, пожег еще в робочек немножечко. Как-то неуклюже, мог бы больше нажечь, но в любом случае ни один оракул не погиб. И так нормально. 60-70 пилонов, здесь гейты добавляются, а это что тоже гейт? Так, 5 гейтов будет, 6-й пошел. Ну это пушат Джараксуса очевидный вполне, да, как бы. Не получается сбить оракула Милки никак. Экономика нормально живет. Здесь же у нас что? Здесь же у нас гейты тоже добавляются понемножечку, но... А, ну да, тоже 6 гейтов. Тоже похоже на пуш такой. Ну, экономика лучше, боевого больше. Конечно, у Милки все лучше здесь в итоге. Так что стики и стик, если хочешь в прямом эфире 4-5 ноября смотреть, иди по первую группу ВКонтакте, вступай, а во вторых на Good Game, как бы, будь. Так, еще три сталкера Милка тут на центре словил. Много неприятных моментов сейчас для Джаракуса. Глефы есть там и там. Милка доварпивает еще пару юнитов, двигается вперед. Здесь заказан за... А нет, это у Милки заказан. Погодите, у Милки еще архивы темпларов заказан. То есть он очень скоро, через 12 секунд, сможет архончиков наварпить некоторое количество. Здесь призма полетела вперед. А архоны очень сильно нужны сейчас для того, чтобы филды ломать. Так, идет Джараксус вперед. Милка немножечко отступает. Пошел давар. Раз, два. Что это? Кисс-энтрита, ё-мо. Да, а нахрен архивы темпларов-то ты строишь? Ну, Милка вообще. Что он делает? Все, два архона сюда. Иди убивай спокойно в лоб. Нет, какие-то архи... строят центрей каких-то. Что-то еще там делать. Непонятно. Филдов очень много пошло. Адепты заходят сейчас к Джараксусу. Джараксус очень четко, кстати, филды поставил. И Джараксус изи просто отбивается. Смотрите, Милка в бою-то проигрывает сейчас Джараксу. Има пытался зафокусить, Има не зафокусил. Но зато все остальное падает моментально практически. И побеждает Джараксус за место. Ставит третий Некс. У Милки третий только-только по лимиту просил. Но 56-42 экономика лучше. У Милки третий начинает качаться уже. Так, адептики заходят. Разорвал Алиота бедного сейчас. Это Алиот, по-моему, был. И, кстати, смотрите, Милка, который построил просто давным-давно архивы темпларов, вот только у него один архончик, только сейчас он навартил,
Аджараксус к нему приходит, имея уже 3 архона. То есть у него позже все было. Аджараксус за счет той победы в том бою все очень неплохо сделал сейчас. Так, нужно принимать бой. Ну, Аджараксус кривейшим образом дерется. Архоны сзади где-то ходят. Адепты вперед вообще не выходят сейчас. Переплинк на мейн. Ну, кстати, можно поразваливать здесь ключевые здания. Вот Мазеркор прилетел на отдачу, надо бы покуснуть бы было бы. Так, Медоед стримит эти турниры на Твиче, его канал не банят. Какие турниры на Твиче он стримит? Если речь о ВЦС, просто, значит, никто не жалуется на его канал, он просто настолько незначительный, что никто его не видит, просто, ну, стрима там и все, скорее всего. Если я впилюсь на Twitch, то меня забанят моментально, там я уверен в этом. Поэтому я... Да может и не забанят, но я не рискую, как бы, каналом. Зачем рисковать? Ну что, 139-137 по лимиту, 4-й Nexus там и там заказывается. У Милки плюс 3, здесь плюс 2 делается. Так, Милка адептами тут харась летает. Ну, на такой стадии ни одной фотонки нету просто на третьей базе. На мейне, на второй нигде нет. Ну, это такой нип, как бы. Наш нип, но... ну, у нипа получше все контролится, понятное дело. Да и нип ставит защитные сооружения. На такой стадии дело в том, что не просто тут нужно контролить. Ведь сейчас могут дарки прилететь на такой стадии, еще что-то прилететь. Нужен вижен просто. Где-то бы здесь бы фотоночка была с хайграунда пилон, адепты так бы не убивали. Почему? Они бы просто на халде бы не могли бы там или на клике разваливать рабов. Они по фотонке стреляли на автомате на приоритете. То есть это очень-очень важный момент. Начинает фотонки ставить часть Аджараксус. Абсолютно верное решение. Но адепты развалят еще несколько рабочих. Сейчас пошел Давар. Что-то 42-160 по лимиту. В пользу Милки уже опять же. Ну, боевой одинаковый. Нужно просто рабочих восстановить. Так, а здесь... Игра, а здесь сейчас целых 2 фаджи у Милки. Лагает, говорит, Милка, не знаю. Лагов пока нет, заметно было. Игра возобновлена. Я живу. Месторождение минералов. Враг познает нашу ярость. Так, опять тут, в общем-то, движуха идет, ребят, прошу прощения.
Заходит вперед. Сейчас Джараксус идет вперед. 268 по лимиту. Джараксус видит прекрасно, что здесь есть дестабилизаторы. На дестабилизаторов наламываться, ну, очень прямо опасно сейчас будет ему. На четвертом миксе ни одной фотонки нету. Ошибка серьезнейшая. Вот в итоге два адепта здесь наносят очень большой дэмэдж. 4-5 пробок уже уничтожено. И улетают просто спокойно. Здесь тоже фотонок так и не заказал. Джараксус вместо этого 4 адепта держит. То есть просто 8 боевого лимит никуда. Но это все, ну, такие для, в принципе, для такого уровня ошибки. Небольшие рабочие стоят, надо перевести вот сюда. Здесь тоже направить надо. Вот, наконец, надо просто заказать две фотонки, ну, где-нибудь, я не знаю, здесь фотоночку, так вот по периметру, и здесь пару фотонок, и все, как бы, и уже драться спокойно. Так, у Милки там флитбикон на выход, в темпестов идет, насколько я вижу. Двигается Милка вперед, здесь стабилизаторами. Ну, залп-то будет, что-то нету. Предыдущие дни как-то пожестче. Ой-ой-ой, вот это больно было. 175-97 по Аркуну попало и по остальным юнитам рядом очень и очень жестко. .82-199. По грейдам 3-1 у Милки, у Джараксуса третья атака сейчас делается, больше грейдов нет пока. Что-то Милка боится, я не понимаю. Что боится? Ну, неплохо там по адептам прошел залп дестабилизаторов еще. Нужно принимать бой каким-то образом. Нужно встать, видимо, Нексус ковырять, начать или что-то делать, чтобы Джараксус сам уже вперед пошел. Здесь у Милки пока преимущество дестабилизаторов просто колоссальное есть. Здесь залп молоко идет, Милка отблинкивается. И можно продолжать давить. Здесь какой-то тоже залп был. Ну все, там два раза стрельнул Джараксус. Надо двигаться вперед, Милки. Он ходит зад вперед. Вот наконец-то Джараксус доходит до Нексуса. Джараксуса. Здесь адепты на муве сливаются. Пробок 14 тоже Милка сливает. Пытается Джараксуса отогнать. Собирается бой принимать, что ли? Да, похоже, что бой собрался Милка там принимать. Джараксус попадает по Милке юнитам. Милка никуда не попадает. 136-138. Боевой лимит, кстати, одинаковый практически. И здесь доделался третий грейд на атаку. Так, по Архончику задел Милка сейчас. Стреляют пока в молоко оба. Вот такой бой может, вот такой бой в ПВП может продолжаться чуть ли не бесконечно. Ревелейшн пошел от Джараксуса. Так, по двум Архонам Милка попадает сейчас. Надо ближе как-то понаглее занять позицию, чтобы Нексус начинать выбивать. Причем Милка четвертый... А, здесь один сталкер остался. Ревелейшн Милка сам кидает. Нужно вниз сместиться. В итоге оба, смотрите, что один видит армию оппонента, что другой видит армию оппонента. Так, одного дестабилизатора Милка сбривает. Вот дестабилизаторов и нужно вперед вести. Вот, вот сейчас Милка подходит, нужно... Вот ушел оппонент туда, ты здесь стал и по одному патрону стреляешь. Хорошо, первый Милка стрельнул сейчас. Джараксус понимает, что вблизи от его базы идет, старается позицию занять так, чтобы пулял Милка куда-то в молоко. Здесь вот, а не по его юнитам. Здесь один сталкер все еще живой. Так, еще дестабилизаторы залпы делают. Здесь Джараксус первым убьет Милку, естественно, дестабилизатор. Вот это то, о чем в интервью говорил НИП, о том, что... Доля секунды решает выстрелить. Вот просто первый ты стреляешь там на четверть, там на пол, на четверть секундочки раньше. И, конечно же, разваливаешь очень жестко. Так, идет движуха. Очень жесткая движуха. У Милки уже, посмотрите, что самое интересное. У Милки 6000 минералов. На, я только сейчас заметил, 6000. Вы что, смеетесь, что ли, ребята? Неплохо там проходит выстрел. Но зачем стрелять всеми... Шестью, я не понимаю, там, или сколькими дестабилизаторами. Здесь дарки просто Милки убивают четвертую базу, но ресурсов много. Еще раз Милка попадает по Джараксусу. Ну, потери у Джараксуса больше. У Милки темписта заказано. Милка тут пока не спешит куда-то идти. Вот тоже, посмотрите.
Здесь фотонки есть, здесь есть, а здесь не было фотонок. Тугидарк пришел и убил много всего. Ой, как залетело сейчас жестко. 150 на 200 по лимиту. Милка уже тут хорошее преимущество, кстати, заполучил. Пытается развести дестабилизатора. Одного подбревает сталкерами. Но почему юниты другие стоят? Джараксус, кстати, расплодил. Здесь респы просто сверху. Неплохо по дестабилизаторам сейчас прилетело. 129-200. Ну, Милка фактически уже выиграла эту дуэль. Посмотрите на боевые лимиты. 159. Это же космос какой-то. Но! Заходят масс-адепты от Милки на мэй. Ну, масс-адепты, что они... Вот что они должны здесь делать, я не знаю почему. Здание они ковыряют плохо очень. Отвлекается Джараксус здесь, и адепты... А, ну они просто потусоваться на районе пришли, как бы. Минус мораль, видимо, создать, я не знаю. Стоят на месте у Милки адепты, хоть бы через оклик бы послал, я не знаю. Пытается Никсу шатать, залпы дестабилизаторов идут. Неплохо. Погодите, попал куда-то там Милки сейчас, я вообще не понял. Вроде попал. Призму надо складывать, увозить отсюда. Дестабилизаторы за юнитами стоят. То есть они не должны так стоять, они спереди должны стоять. Адепты как стояли, так и стоят. Да уже просто адептов бы заслал бы в эту армию, да на оклике бы подрался как-нибудь. Так, дестабилизатор выходит, дестабилизатор погибнет. От адептов хоть что-то погибло. Наконец-то начал Милка разваливать там здание. Кидает сам в ответчику Revelation. Здесь не пока не спешит заходить. Призма есть, призма рядом, не разложена пока. Да, варп адептов идет. Плюс пилон с оверчаржем. Здесь адепты вернулись отбиваться. Здесь молоко выстрелы идут. Темписты. Где темписты-то все? Вот, один вижу висит, а есть еще темписты. Два темписта у Милки, но он про них забыл. Сейчас пока что. На мейне там отбился Джараксус. Здесь варпа никого нету. По грейдам здесь уже 3-2-1. Хорошие грейды. Здесь как было три атаки, так и осталось. Ресурсов нету у Джараксуса просто на это все дело. Так, пробки поехали. Спалился Джараксус, у него где-то там база есть дальше. Здесь Милка сталкер от блинка. Куда-то Милка убегает. Вот куда он бежит, я не понимаю. Не, ну контролят, что-то стреляют, но... Непонимание какой-то игровой ситуации происходит. То есть, вроде как Милка разводит, вроде как нужно сейчас прессинг усиливать, а он куда-то сваливает. Так, а давайте-ка контрола мы посмотрим, просто что здесь происходит. А, ну ясно. Дестабилизаторы как в отдельном контроле, так и в этом. А смысл какой вообще вот так вот биндить, я не понимаю. Если у тебя есть отдельные для них, выделяй их просто в один контрол тогда дестабилизаторов. А здесь у нас что? Здесь то же самое. Абсолютно то же самое. Вот это, как по мне, бессмысленные бинды. Зачем их брать вместе со всеми, если ты их еще отдельно выделяешь? Проще научиться контролить их отдельно тогда. Так, Джараксус уже 160 отстроил. У него тут просто добыча началась жесткая на, блин, дальних базах. Здесь Джараксус криво ходит. Мог сейчас по дестабилизаторам Милки жестко попасть. Ну, небольшой недоконтроль идет. Не успевает Милка вовремя стрельнуть, как и Джараксус в некоторые моменты. Здесь вот так плотно ходит. Здесь реально одна ошибка и может быть больно. То есть нужно просто поближе дестабилизаторов кому-то попытаться вывести и все. Вот если вы стреляете, смотрите, стабилизатором, и к вам патрон летит, и вы видите, что вы раньше стрельнули, то тогда просто делать нужно что? Стараться выцепить именно дестабилизатора, где он там ходит просто, а не в армию стрелять. Сейчас Милка стрельнул первым,
Ну, стрельнул куда-то в армию, хотел стрельнуть и дестабилизатор, ему в ответку минуснули. Это, конечно, все мелочи, но как-то так. 160 лимита. Милка вообще юнитов не строит сейчас. Тут странный подблинк сейчас от Милки был. Ну, он тут развалил несколько юнитов. Здесь дестабилизатор ходит, Милка сбривает его. Здесь по друг другу не попадает. Можно сместиться. Он сейчас Джараксуса прирос. Смотрите, где идет. Милка как на халяву может убить сейчас вот этих юнитов, так на халяву и отдать некоторое количество. Джараксус просто не видит сейчас, что здесь происходит. Милка минусу дестабилизатора. Здесь залп по Архуну попадает по зелку. 79-127. Опять тут у Милки преимущество. Здесь Темпестов уже масс начинает он стрелять. Вот опять сейчас не долетел патрон, а мог бы попасть. Ну, дестабилизатор, я вам что хочу сказать. Я, например, сейчас не тренируюсь практически. Я вообще дестабилизаторами, ну, не умею попадать. Но, ну как, не совсем не умею, но слабенько это очень делаю. Но это очень непросто в любом случае. Даже если ты тренишься, это очевидный момент. Вот сейчас Милка начинает. Вот, смотрите. Ой-ой-ой, Джараксус, как больно он делает дестабилизатором Милки. Это что-то просто что-то с чем-то было сейчас. Идет движуха, залп по сталкеру по Архуну. Сталкер минус Архуну очень-очень больно. Три полягры, три темписты вылетают. Наконец-таки у них на них уже две атаки воздушные есть. Все, дожимает, ё-моё. Неплохой залп всех дестабилизаторов Милка подрезал оппонента. Ионизет активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Анайс. Милка тиран, ну ты видишь игру. И вроде как он не тиран, ГГ. Пишет Джараксус, ребят. Сейчас я приокрою окно, окно что-то душно стало. Фу, переоденусь еще, что-то как-то не по-домашнему я одет. Неудобно, сейчас ждем инвайта. Милка повел 1-0. Ну, молодец. На самом деле, такие затяжные игры, уметь играть, это важно. То есть опыт, вот, опыт ценен очень, как бы, да, на дестабилизаторах войн этих, потому что побеждает тот, кто умеет затерпеть нормально. Так, вроде Милка создавал, пишу ему. Чтоб создал. Так, после сильной игры такой все водичку пошли пить, в общем. Ну что, ждем карту и будем создавать хост. Вас же я всех приветствую, ребят. Народу достаточно много смотрит. Очень приятно, что вы смотрите СНГ StarCraft. Вот. Новый Гетисберг, следующая карта. Ну и помните про то, что вы можете Starline поддержать, турнир, естественно. Также поддерживайте меня и мой канал, реквизиты в описании, через плеер материально, либо по, либо отключенными премиумами.
Ми-ми-ми-ми. И адвлоками отключенными. Так, водичку пить пошли, товарищи. Ну, я сам понимаю, после таких потных игр, на самом деле, вспотеваешь весь и тяжело. Да, и помните про группу ВКонтакте, что там розыгрыш есть мышки. Так, ждем Милку. Попилил рекламу, ребят. Милки пока нет. Наверное, водички отпился сильно. Все, поехали. Коверек. Поэтому КВСК играю мне рядом. И огнетушитель, и кружка водой всегда, Сорсерер. Ну, кстати, типа, насчет огнетушителя некоторым товарищам идея хорошая очень. Тоже пригодились бы. Так. А где моя камера? А, вот, я забыл, камеру включил, ребят, прошу прощения. Красавец, Вердус.
Обреченные выстоят! Да свершится правосудие! Так. Короче, ребят, все, отвлекся. Вердосыч красавчик пишет, что бомбанул супера протуса корейского на Корсар Капе. Ну а я пишу, что мы скоро будем бомбить пердак Ривкину и смотреть Вердоса, если он выживет в этих джунглях Старкрафта. Далее. Вот, будем надеяться, что так. Так, тут Жараксус Изи просто принял адептов в Милке. В это время строится Старгейт. Здесь что-то летало или... А, да, Мазеркор летал. Вот он телепортнулся домой. Здесь два сталкера, две сентри. Готов уже варп. Можно гейты будет открывать. Ну, сентри уже нет смысла отменять, потому что сейчас они достроятся. У них половина продакшена. Гейты откроются, сразу еще варп пройдет. Это будет быстрее, чем отменить, открыть гейты, варпануть и ждать еще одного КД. Ну, тут сейчас надо открывать и варпить уже новый юнит. Пилон ставить, кстати, не ахти, на него точно медленный варп пойдет. Почему-то один только гейт открывает Милка, не знаю, бывают косячки такие, но да, вот заметил, нормально все. Оракул вперед полетел. Так, 4 пробки пожег здесь. Милка. И еще 2 потом в придачу. 6 в общей сложности. Так, полетает. Тут Милка больше нажечь рабочих ему не получается, но зато получается кидать ревелейшн, а Жараксус выходит, между прочим, обратите внимание во что. У него будет сейчас мув призме, вот. У него будет дестабилизатор первый, полетит ли он с одним или будет второй ждать, я не знаю. Скорее всего, с первым полетит, второй как-то долго ждать. Глеф и заказ. Так, сначала Глеф, потом блин заказал. Не, второй ждет, смотрите, дестабилизатор. Ну, можно было бы первым полететь сейчас, вот как бомбануть вторую точку сбора сюда поставить, к Силнагу-то контролишь, он бы приехал в центр, ты бы здесь, например, сделал залп бы дестабилизатором, забрал бы его и полетел бы призмой вот сюда, и где-нибудь в центре бы его подобрал. Вот такие моменты нужно продумывать иногда, то есть, ну, как бы на пару ходов вперед, что называется. Все, полетел вперед у нас Жараксус. Иллюзия Апса сейчас могла спалить призму. Она быстрее летает, потому что она летает, как сам Феникс. Иллюзия Феникса, прости, иллюзия Апса, блин. И, кстати, игра Феникса строит Милка, то сейчас... Ой-ой-ой, сейчас можно призму-то потерять. Аккуратнее надо быть сейчас. Предельно внимательным, я бы сказал. 4 пробки Джараксу сейчас забомбил Милки. Ну, здесь хотя бы одну забрал. Надо забирать дестабилизаторов. Улетает Джараксус. Милка сейчас Фениксом нагонит. Нет, он... Ну, ё-моё, как так-то, блин? Надо нагонять. Ни в коем случае так нельзя отпускать юнитов, которые медленнее летают. Чё, по времени у нас? 8:30 у нас времени практически.
здесь аккуратненько быть. Один дестабилизатор точно уже минус будет. Сейчас еще Милка может и не отпустить и призму-то тут. Успевает дропнуть перед последним выстрелом. Молодец у нас Джараксус. Ну, по рабам ровно, по лимиту более-менее ровно. Потери у Джараксуса больше, и Харас в итоге не особо ничего ему не принес, этот Харас. Так, спасибо и Анасте за поддержку. Кстати, надо будет мне с Изардом поговорить по призовому. Что там у нас, это весь призовой или не весь? Оракул улетел, сбить не получилось сейчас. Здесь что? Здесь ничего. Тут, короче говоря, Джараксус к Милке пришел, адепт центря забрал два юнита. Милка делает варп, Джараксус хорошо как бамбливает сейчас, а? 133-126, сзади в тылу, это что? Ой-ой-ой, а, это он стрелял. Вот это, кстати, дестабилизаторы, когда в одном контроле забинжены, ребят, крайне опасно просто этим контролом вот так вот подряд стрелять. Вот сейчас был такой интересный момент. И у меня самого иногда пару раз так получалось. Он сзади идет, и ты стреляешь, не видя, где он находится, думая, что он один из тех, кто здесь. А вот здесь уже у всех выстрелы сделаны. И в итоге можно себе в спину лупануть так, что мало не покажется. Так, короче, Милка собирается дестабилизаторов поднимать, что ли? Поднимает одного под блинк, от Джаракуса идет. Один Феникс минус. Кстати, здесь лимита больше, четвертый Никсус пошел. Плюс 2 у Милки, правда, раньше. Да, варф сталкеров еще идет. Нужно давить Джараксусу, пока преимущество есть. Он не давит пока. Игра. Так, у Милки лаги начались, кажется. Так, Милка на режиме модема от телефона, а DSL что ли? Или вообще старый мопед?
Это опасно. Так, все готовы, сейчас начнем. Игра возобновлена. Улучшение завершено. Все, поехали. Противник обнаружил нас. Ревелейшены кинуты, везде отходит. Жарак тут немножечко назад, но я отпаузил без предупреждения особого, что вижу, что боя нигде не было там. Поэтому можно продолжать движуху. Иллюзии летят. Сейчас Милку не видит у нас Жаракс. У Милки, кстати, тяжелая для контроля. Микс такой, масс Феникса. То есть, если дестабилизаторами получится нормально стрельнуть, то Фениксы могут и не законтрить. Так, подблинк под Феникс. Ой-ой-ой, дестабилизаторов здесь 9 штук. Это очень много. Но остальной-то Микс какой хрупкий. То есть, если патроны просто не попадут... Так, а Милка Фениксами не контролит. Что-то вообще нифига сейчас. Поднимаются дестабилизаторы. Милка все поднимает, но пару все-таки стрельнули куда-то там. Непонятно куда, правда, они стрельнули. Так, КД прошло, да, прошло КДшечка. Нет, у некоторых дестабилизаторов еще сделал Джараксу залп. Но Милка наподнимал тут просто все. Еще и Фениксами, и Иммортла, и Сталкера поднимает. Вот в итоге вроде Микс медленный, но он идет по земле и просто изничтожает. Потому что вот эти юниты остались без поддержки огневой дестабилизаторов. И ничего сделать не могут. Грейды равные абсолютно. Здесь выход Темпестов, конечно, идет. Но, так. Темпеста. Ну, кстати, можно было бы законтрить бы сейчас. Можно было бы законтрить сейчас этих фениксов заказом своих фениксов с рейнджом и с флитбикона. Тоже, кстати, интересно было бы. Но тоже это очень тяжко было бы контролить. Уж пятый Никс пытается Джараксус поставить. Милка вперед. Вот Милка не идет пока вперед. А Милке нужно бы идти на таком миксе вперед. Почему? Потому что вот DC Mortal Arcona — это такой деревянный микс, который потом перестать может решать. Котемпест уже появится. Много антивоздуха действительно. Фениксов, когда законтрить Джараксус. А в данный момент эти миксы можно наглухо убить. То есть ты просто идешь на клик вперед, поднимаешь дестабилизаторов, а Архона и Мортла убивают сталкеров к вам всех просто. Так, пошли залпы. Будет Милка драться. Пока не вижу, чтоб дрался. Попадает только на патроны дестабилизаторов. Фениксы где-то вообще не понять, где летают. Еще одно попадание хорошее такое. Так, тут оракульчик висит у Милки. Джаракус его не убил. В общем, вылетает первые темпесты. У Милки темпестов пока нет. Тут, если Милка не хочет затянуть до такого момента, когда темпестов уже и воздуха критмасса будет у Джаракуса. Ой, неплохо сейчас дестабилизаторы бахнули. Но остальные подняты, идет вперед. Милка сейчас очень какой-то непонятный замес. 140 на 160. Джараксус здесь, по-моему, разваливает медленно, но верно. Фениксы сливаются. Ну и дестабилизатор. Так, дестабилизатор один был. ГГ пишет. Милка 1-1, ребятки. Третья игра нам нужна. Какой-то напряженный очень матч лузеров. Прям дуэль равных процессов идет.
Так, Скиллос и Аверс, там, если кто-нибудь из вас меня слышит. Вот. Тут можете почеркать пока карты, ребят. Мы же ждем третью игру. Ну а вы можете поддерживать меня. Отключайте отблоки. На премиум подписывайтесь и по реквизитам в описании через плеер поддерживайте. У меня что-то рекламка-то зависла сейчас. Хотя я ничего не пилил вроде как. Так, опять что-то вспотели, воду пошли пить. Ну что, ждем начала. Так, активировал прем знак благодарности рекламу, пустили, может быть, еще не засчитался. Ну кто тут ходит, сокает своими коготаками? Цок-цок. Отдыхай пока, попозже пойдем с тобой.
Так, ну что, два гейта. Джараксус. Два гейта Милка, все стандартно. Все это у Милки с застройкой, у Джараксуса без. Завтыкал что-то Милка с пилоном немножечко, но он вовремя. Хотя не, нормально вовремя достроится. Здесь уже пилон готов. Второй. Два сталкера у Джараксуса. Милка через двух адептов начинает. Джаракс приходит, разведывает. Кстати, поздно эта разведка получается. И... Так, а где пробка у Милки? Пробка у Милки уже уехала, получается, домой. А, нет, вот она смыкалась. Выходит Джараксус Нексус сейчас. Милка рядом адептиками стоит. Сейчас надо два сталкера вышли. Вот зачем этими возвращаться? Здесь же есть два сталкера. В итоге умудряется еще пробку потерять, что самое интересное, Джараксус. То есть надо было двумя теми преследовать, а двумя здесь дома ждать. Короче, разных адептов что-то фокусит Милка. Но сфокусил одного, и второй почти тоже погиб. Вот он тут что-то бегает, туканет. Да, не надо верчажа даже выставлять. Просто мазеркором будет уничтожен. Он. Отдача от Милки адептов какая-то странная. Так, интересно, что тут Милка делает. А, ну ясно. Теперь становится, что это происходит. Здесь же у нас уже все заранее готово, в принципе, да? Ну, все, всякое может быть. Шальные дарки. Шальные адепты. Еще что-нибудь шальное. Тем более робо, призма будет в перспективе. Проверяет что-то. Джараксус везде. Эта пробочка поехала к третьему Нексусу. А, или он уже на третий Нексус собрался выходить. Не рановато ли будет? Так, здесь робо-бей для дестабилизаторов. Твайлайт пошел для Блинка, видимо. Обсервера есть. Один есть, вперед летит. Но один-то может и не зарешать здесь. Вот в чем прикол. Хотя пока Милка построит призму, пока долетит, тут... Призма призмой, но нужно где-то заранее, видимо, пилон ставить или грамотнее билд продумывать. Потому что тайминг вообще никакой. Здесь уже готов Даркшайн, а призма только вылетает. То есть нужно как-то, чтобы он во время полета хотя бы готов был. Так, Апсом заметит призму? Нет, не замечает призму. Апсом сейчас Джараксус. Угу. Один дарк на муви на вторую. Два дарка на мейн, соответственно. Здесь два дестабилизатора полетели вперед.
Апсервер заказан или нет? Immortal вообще заказан здесь у Джараксуса, это катастрофа. Еще б Милка контролил бы Дарков, был бы вообще бы молодцом. Вот они сами кого хотят, здесь режут, знаете, Сентрей просто вжало режет Дарк сейчас и все. Замечает Джараксус, что что-то здесь не то, и юниты это падают быстро очень. Призмой можно было бы дестабилизаторами жахнуть, можно было бы сейчас по Даркам, но это катастрофа, 53-37 парабам, конечно, здесь уже тяжко будет отбиваться, а сервер первый готов. Сталкерами Джараксус провожает Милко. Здесь пилон халявно еще стоит. Можно выбить на халяву его. Тремя дарками вообще в секунду можно выбить причем. Опять Милка наглеет. Опять на мейн врывается. Обсервер, кстати, только на мейне получается и остался. Здесь есть блинк уже. Ё-моё, Джараксус реагирует. Милка тоже никак не реагирует. Минус призму с двумя дестабилизаторами. Но это пишем ГГ, выходим, скорее всего. Это единственное, что могло перевернуть эту игру. Так, Дарк пилон дорубил. Ну, Дарка тоже срубили в итоге. Здесь пробочку убивает Милка. Одного Дарка на мейн повез. Ну, а сервер перелетел сейчас на мейн как раз. Оверчаш. Чудом Дарк успевает на... Я не знаю, там у него один хп остался, наверное, сесть в призму сейчас. Так, сливает Архуна здесь нелепо, как-то у нас Милка. Пытается Джарак все подрезать, не подрезал, жив братюня. Причем с 18 киллами, но это от чего? Это то, что Дарки пробок очень много и центрей завалили. Вот у него здесь и есть статистика эта. Нужно пробивать камни. Архунчика я бы отвел пока, пусть бы он порегенился немного. Игра приостановлена. Так, опять Милка. Что-то у него случилось. Третий никс уже добывается, здесь только строится. Дестабилизаторов нет, надо просто в лоб убивать идти на самом деле. Так, все, начинаем. Милка ходит, тут опять же с камнями. Третий уже Иммортал пришел. Архон уже там 200 полей отрегенил. Уже биться можно уже вовсю. Опять Милка камни сбривает, но не до конца. И ничего не заходит. Ну, ё-моё. Уже дестабилизатора два есть. В итоге и драться-то тяжело тут будет. Заходит Милка на вторую. Везде. Куда хочешь, туда и заходи, блин. Везде. Но Милка бегает зад вперед сейчас. Блин, как меня вот напрягает, когда жмут вот этой клавиш. Тут сюда бегаешь, что-то бегает, блин. Хладнокровненько надо. Одного юнита завел, провел атаку в другом направлении. Все. Что нужно. И в итоге Милка зашел как странного направления. Ну нет, зашел-то нормально, но... Так, ну здесь есть дестабилизатор, и Милка начинает тут тупить, что-то тушеваться. Короче, вместо того, что сейчас агрессивно блинкнуться, убить, отходит назад. Но зато есть возможность, пока КДшечка идет, сейчас добить. Но Милка опять бегает за вперед просто и все. Он не понимает, что ли, куда ему напасть. Ну все уже, за КДшились дестабилизаторы. Ну нету понимания вообще вот этого тайминга. То есть выстрел есть, надо пока нет следующего добивать идти. А КД 21 секунду, напомню, идет. Причем здесь два дестабилизатора, здесь просто микс с имморталами, здесь ни имов, ни хрена нету. Иди убивай, не хочу просто. Вот, наконец-то глефы готовы адептам. Может быть, час Милка нападет. Вот пошли адепты, а нет, 4 дарка, сталкера. Дарки вот полетят, видимо, сталкеры будут заходить. Я не понимаю, что творится здесь. Ну, кстати, на мейне одна фотонка, 4 дарками действительно можно что-либо сделать, но... Чего Милка боится вот так вот просто, как
Вообще не знаю. Призма криво облетает через третий Нексус. Что? То есть Милка хочет сюда дропнуться. То есть вот здесь вот стоит армия сталкера с блинком, он хочет дропнуться сюда. То есть это как бы развод получается, да? А развод кого это, интересно? Себя самого или оппонента? Тут просто за один под блинк сталкеры все убьют сразу. Вот дарки проходят, на мейн пролетают. А в это же время, блин, Милка ушел куда-то в центр, непонятно куда. Так, дарки нормально вчетвером здесь развалило и все. Пробки падают. Пилонов миллиард, нужно пилоны сбрить. Куда-то побежали дарки, давай всеми четырьмя. Да, давай туда-сюда будем бегать и тупорезить, ё-моё. Что же делать? Минус 4 дарка, 3 минус. Царь вообще. Джараксус, Милка что-то... Нексус тыкнул, сюда тыкнул, ё-моё. Ну ты прилетел, вот... Просто, ты летишь дарками сюда, ты как бы играешь в StarCraft, у тебя есть какой-то опыт. Ты когда подлетаешь уже, ну то есть вижен какой-то был, ты примерно уже должен понимать, что тебе делать здесь. Иначе нахрен лететь-то, если ты так тупишь, если ты не понимаешь, что дроп для дропа быть не должен. Дроп для делается для цели какой-то. Либо для развода, ну естественно развод должен дэмэдж наносить и от дропа, да, как бы, то есть. Но для этого ты должен... понимать приоритетные цели для себя, что именно в фокусе. Ну, либо для развода имеется в виду, либо для убийства вообще просто дропом, как бы. В принципе, любой дроп это развод, как бы, что я армия не на мейне вся, да, как бы ты сюда дропаешь, либо дофига варпа убиваешь, либо просто отвлекаешь внимание, удар наносишь в ответочку. Здесь же ничего этого не произошло. В итоге Милка, посмотрите, у него было... На 50-40 лимита больше, сейчас лимит уже сравнялся, вот до того он досиделся. Заходит на вторую сейчас, оба выбивает. Дестабилизатор залп делает, молоко. Вот сталкер сейчас под удар попадает, несколько сталкеров забирает, Милка в итоге ничего не убил. Понятно, что творится, если честно. Так, короче, обменялись любезностями, вот так вот. Сто 166-158 по лимиту. Ой-ой-ой, как больно сейчас Джараксус сшибается. Видите, идет дуэль дестабилизаторами. Еще одного дестабилизатора. Что Милка ходит? Сейчас нужно просто дестабилизатора подвести вот так вот по одному сюда стрелять, а юнитами вот сюда зайти атаковать. Просто все. То есть ты уже сделал удачный залп, ты занял грамотную позицию, нужно этим пользоваться. И сейчас опять Милка что-то... Блин, как меня бесит. Армия в одном контроле этом сраном, ё-моё, бидит и дестабилизаторов отдельно. Он всю отводит назад, то есть... Чтобы отконтролить назад дестабилизаторов, приходится все отводить. И когда ты отводишь другую армию, дестабилизаторы тоже отходят, блин. Ну что вот такое? Нахрен бинтить в основную армию дестабилизаторов, если ты их контролишь отдельно, блин. Это меня поражает просто. В итоге вот этот контроль, то есть... Надо, кстати, посмотреть, как у Нипа пробинжено там обычно все вот это дело. Все-таки Милка дожимает, но меня, блядь, выморозило маленько, а? Ну ладно, что требовать-то, пацаны, учатся еще. Пусть учатся, не надо критиковать, нужно предлагать. Вот, давайте смотреть следующую игру. А следующая игра — матч Венеров Аверс против Скиллоса. Ждем.
Так, короче. Ну что, ребята, Скиллос против Аверса сейчас начнется. Вы же помните про то, что нужно поддерживать меня, мой канал. Естественно, отключайте отблоки на премиум, подписывайтесь, поддерживайте по реквизитам в описании через плеер. А, что-то Скиллос молчит. Не знаю, что молчит. В общем, ждем. У Скиллоса мастер лиговский. А, он сбросил аккаунт, он говорил. Что-то его там в ГМЛ не переводили. Аверс ГМЛчик. Шестое место. 5800. Нормально. Матчей сыграно много, смотрите. Так, Милка вроде раньше тиранами как-то. Так процим, ледоколы, чё? Все в один контрол забиндил, послал вперед. Все погибло у оппонента. Ничего не поделаешь. Ну, Корсаркап, Вердос, Жулианга. Ну, какая там стадия-то уже вообще? Сапи будет на Корсаре сейчас Вердоса. И Блай там сверху есть. Ну, можно на решающую стадию ворваться. У нас два матча, в принципе, остаются здесь. Скиллос Аверс и Десайдер, как бы. Ну, не знаю, насколько долгими они будут. Посмотрим. Все зависит от игроков в том числе. Но если будут долгими и интересными, то я только за. Привет, Айнбит. Так, посмотрите, что делает Аверс. Проходит мимо Скиллос. Да хорош, хорош предупреждать-то всем, ё-моё. А то скажут, что здесь... Расисты сидят, а то у нас дебилков-то много всяких. Значения слова не знают. А лепят. Вот. Так, зачем забанил? Правда, никому не нужна. Правда, я никакой не видел, а видел какой-то... Флут тупой от себя, как бы. Поэтому и забанил. А, точно. Ты тоже... Я сам что-то затупил. Просто есть Милки Гау, а есть... Милка, как бы, это два разных игрока. Посмотрите, приехал Скиллос. Не видит барака на мэйне у Аверса. И все равно делает то, что делал. Аверс это еще тот чизерок, ё-моё. С ним надо вообще глаз да глаз. Прокси не проверяет нигде. Вот смотрит рампу, а здесь ничего нету. Аверс просто... Чизерастик вообще конкретный, я вам честно скажу. Я с ним сам немало играл. Вот, и
пару раз, помню, бомбило, потому что, ну, нужно было привыкнуть к тому, что он делает, естественно. Мазер Корс увел куда-то скиллс, ребят, это сейчас будет проигрыш, скорее всего. Был мелкий кау, есть мелкий кау тирана, есть милка, два разных тирана. Ну что, пришли 6 мариков, танк КСМ-ка. Сразу же бункер ставит Аверс рядом с рампой. Почему он это делает прямо рядом с рампой? Да потому что нет пилона и ничего ему не может помешать. То есть он сразу отсекает Нексус и дает возможность себе и здесь убивать скиллоса. Я думаю, что отбиться здесь уже крайне сложно будет. Скиллос какой-то там поехал пробками, решил... А, ну он решил, типа, сейчас пробками до готовности бункера отобью, но потом прилетел медивак, и стало очевидно, что так вообще ничего не выбить будет. Бункер готов на лоу-граунде, нужно на ХГ ставить. Лучше будет здесь где-нибудь, наверное, ставить, или здесь. Хотя и так вроде прикрыто все будет. Аверс, да, ставят прям крампи сейчас. Все, Нексус Вижена больше давать не будет. Надо мариками на ХГ заходить. Сейчас танк можно еще выше даже перевести сейчас. В это время, опа, а как это произошло? На лоу-граунде пилоны, в это время Азеркорф пилонами от скиллса попал на мейн к Аверсу. Аверс вынужден давить сейчас в лоб идти, пробок пытается отвести, пробками пытается скилла здесь помочь убивать, но Аверс законтролил танки, в принципе, отвел, бункер готов, все в порядке. Так, здесь КСМ-ки отъехали немножечко, очередной оверчаж. Убить их просто нечем. В итоге Аверсу придется тем, что есть, сейчас пытаться скиллоса убить. Но, по-моему, того, что есть, уже и достаточно, собственно говоря. Приходит Эмортл, один танк минус. Сразу, правда, вот если вот так вот это делать, то тогда никаких ресурсов не напасешься, как говорится. Два разных тирана, ну два разных человека, в смысле, тираны же люди тоже. Вот, конечно, два разных игрока, я имел в виду, просто заговариваюсь уже. Столько отстримлено за последние 2 недели, что прям уже усталость сказывает. Опа, здесь КСМ-ка уехали на золоте, Аверс добычу восстанавливает. 24-14 по лимиту, Либератор здесь как-то прилетает, Либератор скиллс пытается разобрать. Ну, скиллса 4 пробки, а это значит, что здесь уже... И шансов-то не остается практически. Падает Эмортл, без Эмортла бункер уже не пробить. А что могут сделать два сталкера без блинка, без всего? Они на своей базе как в клетке сейчас. Ни вниз не пойти в размен не могут, ни в лоб убить ничего. Им остается ждать смерти просто здесь. Есть пробочка, кстати, есть. Можно Мазеркором, сейчас скиллс Мазеркором улетел. Что, кстати, улетал, непонятно. Контроль сталкерами идет. Наверх. Тоже не дурачок, мариков контролит. Да, варп адепта? Не, это ГГ-нчик, ребята. 1-0 Аверс. Так, вторая карта у нас что? Frozen, храм во льдах у нас вторая карта. Так, узнаю у игроков о готовности. Thank you.
Тираны не люди. А кто они? Антипланетяне? Что ли? Они люди, но они не все земляне, получается. Так, ну что, у Схилоса гейт, газ, нексус. Кибернеточка сейчас будет. Здесь барак стандартный на ХГ, разведка идет не слишком ранее, но идет. Но этот раз Авер стандартнее играет. Через Рипера опенит. Может, удивит каких-нибудь мех билдом у нас сейчас Аверс. Или с Протосом все-таки в био надо играть. А, погодите, не проставил я счет, что 1-0 в пользу Аверса. Проверяет Авис Рипером все. Гранатчику успел кинуть, больше, в принципе, ничего сделать не успевает. Здесь одна пробочка была сныкана, потому что боялся скилла, что ее подрежет Аверс. Робо пошло, робо. Первая, робо очень даже ранняя. Сразу после адепта получается. Мазеркор здесь на патруле на мэне. Иллюзию еще одну очередную посылает вперед у нас скилла. И минус Рипер в итоге. Как-то Аверс здесь криво летал, признаться честно, совсем. Зачем было дэмэджным рипером пытаться запрыгнуть наверх, непонятно пока. Ну, что-то хотел увидеть, в итоге увидел рипер только выстрел адепта. Летящий заряд ему в попец его. Горящий, запрыгивающий наверх, и это был минус рипер. Так, адептик здесь летает, но разведает, в общем-то, скиллос. Ничего не получается. Ну, а что здесь адепт может сделать? И от Аверса похоже, что какой-то, кстати говоря, выход стандартный с подпушим танком. А когда ВЦС сегодня? Сегодня ВЦС 4-5 числа. Вот. Ну что, идет вперед у нас Аверс. Танк не Сиджи танк. Нам идет впереди Мариков. Танк быстрее, кстати, ездит. Да, одинаково абсолютно с Мариками танк ездит. Аверс прессует, Аверс прессует, я вам скажу, очень жестко, опасный варп от скиллос. Сейчас вижен бы был, танк бы этот варп, зазал бы первый бы вообще, сразу выбил бы. Так, здесь что-то было только что уничтожено. По-моему, кстати, варпанул там скиллос. Тут Аверс решил отступить сейчас. То есть он понимает, что здесь уже все неудачно. Ну да, судя по всему, бараки меняются местами. Три барака будет сейчас, две лабы, то есть тимпак, щиты будут заказаны. Здесь он зачем-то решил Аверс отдаться, не понять зачем. Видимо, скиллос нагонял, поэтому он решил принять бой. Скиллос двигает вперед иммортлом сталкерами, заказывает одновременно третий никс. То есть это не будет улыном. 51-42 по рабам ситуация. Здесь либератор на вторую прилетает, спилон стоит не очень хорошо. Вот отсюда можно так вот пару минералов, точнее один даже вот этот заблочить, и уже добыча нарушится на самом деле. Ну а здесь тим-щиты...
На старпорте реактор, можно медиваки, и нужно начинать строить. Плюс еще два барака, пять бараков, давление будет со стороны Аверса, соответственно. Но если здесь вешать бы, да, либерата, апсталкера бы достали бы его просто сзади бы, с тыла, с блинком. Ну, посмотрим, насколько пуш будет эффективен. Пошел еще один газ. В принципе, грейд плюс один тоже делается. Стайминг такой неплохой здесь получается. После щитов у газа закать как раз все одновременно к выходу примерно будет готово тогда. Либератор лучше не отдавать этому. Плюс 4 гейта от скиллоса еще пошла. Здесь призма летает. Сталкеры идут вычищать мариков всяких и юнитов, которые стоят тут, контролят карту. Призмой, по-моему, спалил этого марика, поэтому сюда я пришел. А может быть дальше еще хочет пойти. Да, хочет дальше пойти скиллос. Кстати, опасно, вот, смотрите, всеми ушел. Дома фактически ничего не осталось. Сейчас здесь сталкер будет развален. Нет, он не будет развален. У него один выстрел будет сделан. Кстати, можно было бы сейчас вот его развалить бы сейчас, но... Развалить не получилось. Еще раз раскладывать, смотрите. Аверс, а вот теперь можно потерять сталкера. Да, потерял сейчас скиллы, смотрите. Хитрец Аверс, да? Здесь не в РНЖ все стоит, но сталкер в тыл зашел. Ну, кстати, либератор разложен, никто до него не достает. Это хороший момент. 107-107 по лимиту. Аверс боевого лимита сейчас имеет больше, чем скиллы. На десятку стабильно, а то и на пятнашку. Можно попробовать выход сделать. Ну а в сервер все прекрасно видит, все контролится. Медивак в 3 штуки плюс либератор. Надо танк сейчас законтролить, забрать. Скиллос попытался здесь развалить, но тяжеловато в такой ситуации развалить. Минки, кстати, микс очень опасный. Либератора, минки, танки, там био. Ну вот контроль либератора, кстати, жаль лучшего. Был бы скиллос внимательнее, это был бы минус вот этот либератор 100% на сейчас. Здесь... скапливают все скиллы с около рампы вот этой на входе, вот на АХГ. Аверс раскладывает либераторов. Танки странно за камень сейчас определил. Заходит наверх. Занимает позицию сверху здесь. Так, а минки-то вообще не у дела ставятся по итогу. Так, минка делает залп одна, вторая тоже. Танки валь, третий тоже залп минка делает. Что-то как-то Аверс здесь развалил на халяву скиллоса. От скиллоса идет до варпа, то он за счет до варпа тут только и может отбиться. Он проседает сейчас на 20 с лишним боевого лимита. Это очень печальная ситуация для скиллоса. Правда, здесь много имморталов в миксе. То есть технологии, можно сказать, очень даже неплохие получаются. Танчики тут скиллос пытается подбрить, все не подбрить. Сентря минус минка ее выбивает. 114-108. Но лимиты более-менее в пользу скиллоса со временем становятся. Нужен здесь обсервер для того, чтобы разминировать все. Здесь можно контр-врыв адептами делать спокойно. И, кстати говоря, у Аверса все идет вперед сейчас. Этот контр-врыв может быть очень даже эффективен. Ё-моё, сколько минок-то? Шесть минок. Здесь только минки могут крит дэмэдж просто нанести, не говоря уже о других там юнитах. Прилетает призма сейчас, будет харас со стороны скиллоса. Адепты нормально наваливают. 6 КСМ, 7 КСМ минус сейчас. Можно еще один варп было бы провести сейчас. Адепты телепортируются под либераторов. Минки просто пык-пык-пык-пык. Просто звуки вот эти идут. И минки разваливают просто в мясо. Но чудом-чудом скиллос жив. Здесь адепты все еще пытаются разваливать. И разваливают очень неплохо. 9 КСМ, ДПшечка чуть не погибла. Это еще можно было по иллюзии даже сюда завести бы. Либератором пытается что-то сделать. Медиваков случайно отвел. Это ошибка контроля, безусловно. Ну, как-то наглухо Аверс здесь все заблочил, я смотрю. Так, либератор минус один. К танкам подошел, пока медиваки там Аверс увел. Как же повезло. Вот последним выстрелом сталкер сейчас бил либератора. Если бы этого выстрела последнего не было, то либератора бы убил сталкера, еще бы юнитов здесь наразвалил. Но самое главное, что скиллос отгоняет Аверса отсюда за счет своей экономики, можно сказать. Аверс, погодите, он не с мейна даже, у него просто 30 сэшка. То есть сейчас можно кидать мулов и раскачивать ее очень неплохо. Вижу, вторая атака пошла. Инженерки, правда, второй нет, ошибка. Считаю я. Инженерочка лучше, чтобы была.
Месторождение минералов выработано. Время действовать. Месторождение минералов. Режим готов. Пана Новикова. Режим готов. Так, либератор на второй скилл, особомбит скилл, поздно замечать, 6 пробок минус, но здесь есть оверчаж, оверчажем отбивает. В это время 4 медивака дроп на мейн идет, плюс танк один здесь есть в этом дропе. Ну танк он здесь не то чтобы бесполезен, но он не мобилен, то есть как только дропы погибнут, эти и танк будет уничтожен. Здесь скилл сфокусит медиваки, улетает только один, 120-98. Давар сталкеров еще идет, сейчас этот тоже медивак будет бит абсолютно точно. И мародеры убиты. ГГ Аверс пишет, здесь, то, здесь какой-то юнит летал с Киллоса сейчас. Вот. То ли Оракул, то ли что. Не знаю, но 1-1. И мы ждем третью игру. Так, создаю с модом галактический процесс. Так. Так, погнали. Все, погнали. Наши городских. Ну что, ребята, нет прокси бараков в этот раз у Аверса также, то есть не будет он чистить, барак на мэне ставится, барак, газ до барака, то есть это будет либо передроп минок, либо опять же какая-то агрессия с одной базы, Аверс очень любит такие стратегии, об этом нужно помнить всегда, когда с ним играешь. Ну и Скиллос едет на разведку сейчас, не сразу после гейта, но чуть позже, до заказа Нексуса, в принципе здесь гейт, газ, Нексус, кибернетка, билд. Стандартный, сейфовый достаточно, да, как бы. Ну, прокси, понятно, бараки, там, марики из центра такой билд убивают, там нужна разведка. Ну, и то не всегда, то есть, если вовремя даже поздней разведкой спалить, можно их все-таки отменить, заказать фаржу, заказать пилон, там, построить каких-то юнитов, первых мариков удержать, а потом заказать там пару фотонок и в этих сталкеров убить просто.
Так, пошла депуха еще одна. Простите, счет не проставил. Счет 1-1. Чуть позже увидите, что-то я сегодня со счетом забываю. Опа, опа, опа. А знаете, о чем это говорит? Я думаю, многие уже догадались, что это такое. Вот. Это то, что... Чем Strange Pool-то убивал, любит он этот билд. Я не знаю, кто его придумал, Strange или нет. Или он у кого-то увидел, может быть, апгрейдил чей-то билд. Может, скиллосу первым придумал. Наверное, скиллосу Стрэнджа, скорее всего, позаимствовал. Это фаржа Твайлайт, то есть это плюс один глефы, и это попытка убийства тирана просто масс-адептами. Ну, кстати, вот с этим билдом, я считаю, его можно грейдануть, не обязательно улынить с этим билдом. Там 7 гейтов делать. Можно делать вот это все вместе с робо, где-то с 4 гейтов, просто прилетать, варпать к 4 еще плюс 4 адепта, наносить, пытаться дэмэдж, уходить третий нексу, делать просто фаржи грейды дальше, там атаку и все дела. Залетел Аверс, и он, я думаю, прекрасно понял, что это значит, как бы, потому что билд очевиден, да, вот этот, для чего предназначается. Я вижу, плюс 2 гита 3 будет, но будет ли еще больше, вопрос пока открытый. И, кстати говоря, если улынить, ведь не обязательно делать робо, не обязательно делать робо и с призмой убивать все это дело, можно просто-напросто построить здесь где-то пилон и попытаться, наварпать тупо здесь юнитов. Но нужно всегда иметь пилоны при таком билде в минеральной линии. Почему? Потому что, кстати говоря, ведь... А, нет. Ну, скиллос видел билд. Ведь здесь же передроп минок будет, может быть. Как он не понимает этого скиллос элементарного момента? Вот Аверс уже прилетает. Дропается минка. Надо сваливать рабочими отсюда. Причем Аверс дропает... Вот где? Вот что Мазеркор здесь летает? Зачем? Я хрен знает. Мазеркор там летает. Больно пробкам, 7 минус 10, там на второй тоже сколько-то минус, не знаю, сколько на второй было минус. Так, фотоночки заказаны, здесь гейт запилен, Рейвен, там циклоны, все дела. Здесь сейчас прокси-барак у нас, сейчас аминка стрельнет, надо ждать в итоге фотонки. Здесь минка, кстати, тоже успеет закадешиться. Куда ты стреляешь? Это косяк, здесь тоже 6 пробок биг погибает, здесь нужно новую фотонку ставить жестко, но не ожидал этого всего скиллос, тут что поделаешь, основную массу рабов на мейн просто переводит сейчас, здесь несколько адептов, нужно выходить и адептами этими шатать уже, начинать наконец-таки. Сейчас минка закрыдешится еще, не знаю сколько рабов она правда убьет, 4, много рабов убило. Ну вот Аверс все уже понял, а скиллос тянет время. В итоге, кстати, Аверс пытается и в мех какой-то странный выйти. На минеральную линию заходить. Так, циклон одного адепта захватывает. Депошечки прикрывать. Конечно, надо Мариков развалить. Мариков скиллос развалит. Танк есть дек, танк есть на мэне. Аккуратнее нужно с танком с этим быть. Марики падают, 53-65. Ну, по рабам, кстати, подравнялась сейчас ситуация. Здесь скиллос декошечку подрежет, возможно. Адептики ушли, но все, здесь, в общем-то, харас закончен фактически. Декошечка упала, но это мелочи жизни, на самом деле, для тирана. Адепты опять пытаются ворваться. Еще 6 КСМ их подрезает скиллос. По рабам, кстати, в плюсе он сейчас стал. Делает армор, не делает, кстати говоря, почему-то он вторую атаку. Здесь либератор очередной летит. Блинка нет, надо бы блинк делать как можно быстрее. Но тут ресурсов нету столько, чтобы там блинки делать, еще что-то. Так, Мариков скилла здесь подбревает неплохо. КСМ пытается тоже наваливать. 11 КСМ по общей сложности уничтожен. Но боевого, кстати, у Аверса больше, но скилла 48-37. Вот этими несколькими врывовыми адептов он очень неплохо все сделал сейчас. Можно еще, кстати, будет проварпить несколько адептов, и если Аверс вперед ломанется, просто наказать его за это очередным врывом. Так, давар сталкеров идет. Либератора надо сбривать. Аверс понимает, что уже опасно здесь им находиться, и улетает.
Здесь третий Nexus Distance Mining, надо рабов контролить, в такой ситуации скиллос не контролит. И так экономика-то проседала, а он еще пробкам дает так кататься. 1-1 грейды теми, вторая атака пошла, нужно бустить, да. Twilight и Фаржоу сейчас, и Ровер, да, все ключевые здания, молодец, скиллос бустит сейчас. Так, здесь танчик прилетает, и адептам привет передает сверху, с залпами очень-очень жесткими. Адепты пытаются зайти, Аверс куда-то ушел, сейчас адепты начнут ломать просто экономику ему, Аверсу. 3-4 раба минус, пятый точно погибнет здесь, пятый погиб, шестой. Танки стоят, марики только бьются, где танки, дядя танки, вы чего? Здесь пытается киллскам править, на 10 пробок впереди, кстати, и имморталы строятся, и грейды есть, и здесь, учитывая, что мех очень пассивный, у скиллоса вполне хорошие шансы сейчас на камбэк будут, очень даже. Потомки, правда, кривые какие-то, рабочие тут тупят, катаются, блин. Девяносто восемь, ну Аверс впереди по лимиту, но так, здесь обсервер полетает, видит минку прекрасно, скиллос пытается восстановиться сейчас после всего, что произошло. До этого Либератор плюс, ой, гелики с синим, Либераторы бомбят, 9 провод, смотрите, одно, сколько просто там адептов просрал, для Тирана это один просто заезд и все, минус вся экономика на третьей базе. Это катастрофа для скиллоса просто сейчас. Он пытается забрить Либератора геликов. Ё-моё, какой провал. И Либератора не забревает. Что происходит, скиллос? Что ты творишь? Ё-моё, под блинк. Либератор просто насовал всем. Просто насовал сейчас дэмэджа. И тебе, на, получите, блин. И сталкерши, тебе напоследок дал немножечко. 47-61. Не, вот такую игру уже вытягивать нереально. Здесь выход от Аверса идет. Очень от мех тиранам проигрывать обидно, когда он тебе захарасил так экономику. Это твои ошибки только. Так, Рейвен падает. Под блинк от скиллс. Он так агрессивно лезет. Так! Не пойму я сейчас вообще нифига. Взял, развалился весь по-боевому. Вообще катастрофу сейчас лимиту. Адептика дает здесь Тору. Ходит с ноги его. Просто на, с ноги вперед, как мячик. И ушел адепт. Кстати, прикольно бы было бы, ведь роучи ведь вплотную гидралиски клешнями дерутся, а чтоб Тор с ноги, например, вплотную всех шаттл, надо анимацию сделать Близзардом. Так, здесь пытается скиллс подраться, но дерется достаточно неплохо здесь, но все-таки Аверса многовато. 103-4-82, здесь призма прилетает, контур-рыв, надо пару адептов хотя бы, да, далее, чтобы экономику пробрить попытаться. Заходит Торами на ХГ уже сейчас скиллс. Нужно Тора бы минуснуть, Тора минуснул вроде как, но Торы слишком жирные, слишком опасные юниты. Адепты будут куда-нибудь смещаться с третьей? Нет, адепты никуда не деваются. Сейчас будет уничтожен пилон просто в секунду и не достроился иммортал, это была полная печаль сейчас. Нужно восстанавливать пилон, пилон вроде как восстанавливает скиллос, но что-то все плохо, по-моему. Так, адепты на второй, 82-104, вроде как и шатает, вроде как 10 КСМ убивает скиллос, но... По рабам как было все плохо, так плохо и остается. Причем с двух ударов, с плюс 2 адепты с двух ударов убивают этих геликов, но что-то ничего не получается. Ну тащил скиллс, да, не дотащил немножечко. Иммортал пытается пробрить, ой, Тора, простите, Тора не пробрить. Тавер что-то летает, контролит, варп сталкеров под юнитов. Тирана, что это было? ГГ пишет скиллос, Милка против скиллоса, матч десайдер сейчас будет, ПВП. Ну что же, ждем начала.
Так, скиллс, говорит, ему все равно. Так, поехали. Все, все готовы. Чарлик прилег отдохнуть. Так, ребят, и посмотрите, что здесь творится. Скиллос по... А, Милка попытался Скиллоса зафотонить сейчас. Я все проморгал, пока смотрел сетку, как там Вердос на Корсаркапе бьется, блин. Вердос пока еще вроде не побился. Милка пытается что-то сделать, но пробки падают, все падает. Милка пишет ГГ 1-0, короче, всю игру пропустил, но... Она была, ну, очень короткой. Скиллос, вот, грамотно просто. Много рабов прицепил за пробками. Все, выпилил часть. Так, вторую спрашиваю у Милки. Печаль полная, короче. Не дал сетку даже посмотреть. Создает Милка сам.
Так, 10-14 шоу турнир в новом патче. Что-то протосов как-то побольше, чем остальных, да? Ну, будем смотреть, будем все смотреть, что тут говорить. Все шоу, турниры эти, все, что будет, короче. Ну что, скиллос повел 1-0 в этот раз карта. Мороз на 4 человека. И не собирается Милка больше фотонить, насколько я вижу. Так, пильну рекламу вам пока. Пауза там. Вы помните, что всегда прошу отключать отблоки, подписываться на премиум, поддерживать меня, мой канал, соответственно. Так, ну тут скиллос на ХГ приходит. Проверяет, что и как. Видит, что здесь два гейта. Кибернетчика. Милка делает стенку а-ля... а-ля НИП сейчас. Заказывает двух фейковых зилков. Нексус собирается ставить, видимо, со старгейтом. Или я не знаю, что собирается Милка делать. Зилков, конечно, надо отменять. От них толку нет никакого. Зилков отменяет. И Скиллос просто уходит сейчас. Причем Скиллос мог видеть, как отменил Милка в гейтах юнитов своих и потом заново заказал. У Скиллоса два адепта, они вперед идут сейчас. Ну вот минус такой стенки, как у Милки. То есть нужно гейты ставить вот так, чтобы здесь проход был. Я уже много раз объяснял, почему. Потому что неудобно армии, неудобно пробкам сюда, туда-сюда обходить. Нужно, чтобы вот от Некуса был прямой путь вот сюда, максимально быстрый. То есть если проход здесь, он не замедляет выход юнитов вот сюда. И ну, вот рабам всем и боевым тоже не мешает. А вот так вот как бы рабы дольше едут. Абсолютно, и боевые выходят. Но... При этом всем замедляется, в общем-то, экономика. А для боевых юнитов разницы нет, что здесь вот как так. Уверчаш пошел. Куда там уверчаш пошел и зачем? Пилончик отменяет. Милки сейчас целых 4 адепта. Можно и люди вперед послать. И люди посылают скиллос вперед. Здесь сталкерами отбивается. Милка, конечно. Неужели 3 адепта сейчас? Что за бред-то? Вон, демедженного надо забрать. Милка не того вообще атакует. Ё-моё. Короче, все выжили. Еще сейчас приходит крампи. Здесь пилона нет, что самое интересное. Ну, выставляет суверчаж. Скиллос тоже не очень внимателен был. Но Милку загонял сейчас очень сильно. То есть ничего вроде не убил, но все юниты покатали, все пробки покатались. Прилетает оракул от Скиллоса. У него старгейт тоже в ответку на Милке старгейт. Причем Милка своим оракулом непонятно почему стоял там полгода. Скиллос прилетел и просто нажарил сейчас рабов очень много. Так, кстати, без мода создал. Милка молодец, ё-моё, создал без мода. Ну ладно. Итак, все понятно, что оракул унижает просто здесь. 23, 24, 29 по рабам. Прилетел оракул. А здесь Феникс оказался, который его сбил. И Милка сразу же пишет ГГ. Практически без сопротивления.
Ребят, делаю стоп-старт, возвращаюсь к вам без задержки сейчас. Ждите.